И всем привет! Сегодня я буду перерисовывать свои старые рисунки, делая из них какой-то стиль. За основу я взяла несколько рисунков, но все же я вижу здесь больше вот именно от одного рисунка с Кэти. Я вот вспоминаю вот тот старый ник. Кэти Кэт. Кэти Кэт. Да. Это до того было смешно тогда, когда я себя так назвала. Но сейчас я понимаю, что шутка, так скажем, вообще не смешная. В то время я вот тогда просто только начала, и по сути, я ни пропорций ничего не знала. Я просто рисовала по туториалам из Ютуба, которые, знаете, были no и yes. Типа... Правильно, неправильно. И при этом ничего там не объясняется. Я такие уроки просто обожала, смотрела их все время. И такая, да, я все понимаю. Мне кажется, то, что даже такие туториалы для начинающего художника, который только, по сути, взял карандаш в руки, будут полезны, потому что он буквально совсем ничего не знает. И чаще всего персонажи были перекорёженные, у них позвоночник был сломан, они были все сплющенные, одна рука там, другая там. Вообще ужас, честно сказать, но все же в этих рисунках есть, так скажем, вот интересные детали. На примере мне почему-то вот очень понравились, как я делала пух, типа... маленькие линии вот эти. И мне понравилось вот это кружева, выпирающие из фартука. Вот ресницы мне пришлось их кардинально поправить, потому что у меня тогда они были гусеницами, глаз был сам по себе черный, по сути. И это смотрелось очень странно и... страшно. А вот сама вот эта морда, вот этот рот, меня он просто пугает. Потому что он сделан так, типа, он до самого носа доходит. И это смотрелось так ужасно. И еще, я помню, делала я вот такую переносицу, она не до бровей даже не доходила, она... просто была. Я такая, ну, она же есть, значит, я должна ее рисовать. Ну, а сейчас мне, как обычно, нечего больше сказать. Так что продолжайте смотреть Спецпейнт. Вот мой результат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!